Давай поженимся. Ну, в смысле, это не призыв к действию, это название передачи. К тебе такой вопрос. Если бы ты презентовала себя как участник там, как бы ты это делал и как бы ты вела себя на этом шоу? Перед тем, как мы с тобой запустили стрим, я сказала, что я думаю об этом. А можно я повторю? Или не могу, нельзя? Помидор! Помидорина! А какой причем тут помидор? Цензура! Ну, я же должна попытать свое счастье хоть где-то. Я сначала испугалась, что ты опять Мане изменяешь. Все может быть. Все может быть, все понятно. Она первая начала. Я все видела. Я слежу за ней, я все видела. Я все видела. Так какой будет твой ответ на данный вопрос? Ты, значит, меня используешь как месть, да? Вот так, вот кто я для тебя. Какая месть? Ты что? Какая месть? Жестокая. Нет, ты что? Я не использую тебя как месть, ты мне очень дорога. Ладно. Так, а как бы презентовал? Ну, я бы всех бы там называла помидоринами. Просто помидорины. И меня бы никто не выбрал. Эй, помидорины, иди сюда. Сейчас все придут. Все здесь. Сейчас у нас будет коллективное «Давай поженимся». Да. Будем разыгрывать. Разыгрывать? Что разыгрывать? Ваню разыгрывать! Ваню разыгрывать! Когда я успела? В качестве жены. Мана, ну все, ты поняла, у тебя появились конкуренты, все. Все, Мана, все, ты пока там ходила по чужим стримам, короче, все, меня крадут прямо как невесту у тебя из-под носа. Увели. Просто взяли, увели. Увела. Угнала тебя, угнала. Что же тут криминального? Я записалась в участники. Кто ходил по чужим стримам? Ты ходил, понимаешь? Я себя слышала дважды, трижды, четырежды. Еще и этот чат не вижу. А тут кто-то залетал, я видела чуть-чуть. Кто-то залетел пока. Кто-то слушает песни, а кто-то залетает. Кто-то залетает и улетает. А кто-то залетает под песни. Ну, что ж, ну, аплодисменты. Ну, я, я просрала, я самая первая с конца. Нет, ну почему-то просто, ты просто младше нас, ты младше всего вип-планета получается. Поздравляю, также поздравляю. А Мана оказалась самой старой. Осуждаешь залетание? Не, ну, твое залетание я не осуждаю, я это уже приняла, и я не откажусь от ребенка. Так вы тут семью планируете прям с детьми? Все, понятно. Угу. Как называется? Ну, слушай, а ты думаешь, почему у нас брак? Как у вас брак по залету? Все ясно. Ну, это на самом деле шутка. Шлюдка? Что? За слово такое? Ах ты шлюдка! Сейчас будут так орать, меня будут глушить Дискорд. Моделька ребенка будет, младенца. Ну все, получается, скидываемся на модельку. А кто рожает-то? Мало рожает, получается. Планя, а ты что отлыниваешь от работы? Давай тоже. Не, ну я батя, я зарабатываю на семью, понимаешь, вот я... Как же равноправие, давайте вместе, летайте быстро. Я, пожалуй, выпечу и другие секунды, мне надо запись.
так надо приходить к вопросу, либо мы прокринем стрим нашими шутками. Так, хорошо, все, я спокойна, Окей, тогда переходим к следующему вопросу. Это очень классно и атмосферно. Вот, поэтому, и знаешь, вот просто, я все, знаешь, ты представила картину, что вот Казань, знаешь, ребенка в Хэллоуин, знаешь, ты такая, так, Мимюша такая просто, знаешь, говорит, так, еще не Хэллоуин, залазь обратно. Ну, если заказать кесарево сечение, то можно выбрать день. Так, ладно, простите, осуждаю такие шутки. Нет, это правда, то есть некоторые женщины рожают через кесарево, там день можно выбрать. То есть там ты выбираешь день рождения ребёнка. Но всё же кесарево по Казани. Так, мы зашли, нас понесло не туда. Не-не, там по выбору, ты можешь сама выбрать даже, если ты... Ну, в целом, в основном кесарево по показаниям. Ну, выбрать можно. Если сильно не хочешь рожать натурально... Ну, это прям если сильно, да. То ты можешь выбрать кесарево, просто по своему желанию. Так что там свобода выбора. Есть. Подробности, Гоги, я не ожидала. Боже, как мое шоу превратилось в беременность. А теперь про беременность. Тугасение. Главное не беременность 16. Главное не это, пожалуйста. Беременная мана. Следующее шоу будет называться «Беременная мана». И мы будем консультации давать. Мана, ну ты поняла, все, мы тебя ждем на нашем шоу, все, Мана. Витаминки кушай. Мана, ты же хорошо питаешься, я же зарабатываю деньги на семью, вот я нашла не тебе нервничай. Хорошего консультанта. Ты главное не нервничай, дыши. Да, Мана беременна у нас, залетела. Да, вот она недавно, вы не знали, но она да. Ваня тоже следом пойдет, чтобы это... Равноправие в семье не нарушать. Я батя, поэтому я пойду, знаешь, на эти, на как там эти, партнерские роды. Я буду ее поддерживать морально. И вы вместе родите, это вредно. Близняшек. За что мне все это? Мана. Ну все уже, она раз назвалась, ухруздем, лезь давай. О, боже, вот так, ладно, чат, если что, это шутки, мы шутим, чат, а то сейчас начнется и Мана, пойдем вместе, кто первее, Форсаж 10. Первее родил, получил приз. Материнский капитал. Нет, у того, знаешь, у того будет матчество. Матчество. Точно. Давай следующий тогда вопрос. Так, следующий вопрос. Как мы к этому пришли, моё. Смотри, вот расскажи самое неприличное, что тебе скинули, знаешь, в формате сказки, то есть как сказку. Сказку детям, сюжет. А, мне вот Франсуази скидывал фанфик про Михалыча. Говорят, что у тебя тоже есть Михалыч. Ну, я Михалыч, да, здравствуйте, приятно познакомиться. Но у нас там персонаж какой-то есть, Михалыч, который своим буром пронзил небеса. Что-то там он еще сделал. Короче, что-то неприличное. Мана, это было до тебя. Какая вот, короткая, это было в формате фанфика. Какая короткая сказка детям. Такая короткая и печальный конец. А что у вас за Михалыч? У вас какой-то другой Михалыч? Я Михалыч. А что? А, ты Михалыч? А там мужик Михалыч, 50-летний, кажется. Кто сказал, что мне не 50? Ну, мускулистый мужчина. У меня мускулы еще, ого-го. Магма по венам текла, да. И в рот не попала. Вот так вот, вот так вот и живем. Просто. Михалыча. Михалыч, а ты механик, приятно познакомиться, хорчу гайки. Ник, я не хожу к Михалычам, там просто был фанфик про Михалыч. Вот,
вот так вот и живем. Ну хорошо, давай тогда перейдем к следующему вопросу. Вот это вообще я люблю, обожаю. Ой, караоке, это классно. Первое, что мы делаем при встрече, это идем в караоке. Блин, я так люблю караоке на самом деле. Это так здорово, но я правда всегда хожу одна в караоке. Прям одна-одна? Да. А че, почему так? Пошли сходим вместе. Это приглашение? Почему нет? Давай сходим, попоем песенки. Только я пою очень плохо, ржать с меня. Я тоже плохо пою. Да ни хрена! Что ты занимаешь тут, а? Хорошо ты поешь, беру суперски на десяточку, я где-то на троечку. Если ты на десяточку, я на троечку пою. Я пою на нолик. А я тогда на минус 10, да? Да в смысле? Нет! Не правда. Ну что ты? Вот что? Нет. Да хорошо, ты поешь шикарно просто. Че ты это? Я же была на твоих караоке-стримах. Тебе показалось. Ребята, накидайте звездочек, если вы считаете, что Ваня хорошо поет на десяточку. То есть не убивай душу, все. Так, все. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. У меня не такие большие донаты, как у тебя, так что мне мериться не получится. Не в этом же меряются, слушай, ну. А в чем померимся? А чем ты хочешь помериться? Когда встретимся в кино, можем помериться. Можем помериться грудью, у нас размеры похожи, хотя... Надо посмотреть, да? Надо посмотреть. Надо пощупать. Да. Мана, спаси меня, меня хотят облапать! А, всё. Всё, ради того, чтобы помериться, надо потрогать. Блин, я помню, как-то раз, у меня же косплейное прошлое было. И ко мне просто подошла одна косплеерша, у нее был рост 150. И она такая сделала бип-бип. Я такая, что? Это было странно. Это было просто немного странно. Она не сделала вот это б-б-б-б-б-б-б? Нет! Ну, там потом другая девочка просто без слов. Она сказала, я устала. Ага, и сделала б-б-б-б-б-б-б. Нет, она просто уткнулась. Как мило! Можно мне тоже так же сделать? Ты же уже привыкшая, да? Нет, я не привыкшая, ну! Это было против моей воли! Она, знаешь, просто как Марио прыгнула в грибочки головой. Нинтендо, ждем версию от вас новой игры. Так, ладно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Не, надо песенку, короче. Тан-тарам, пам-па-ла-ла-ла-ла-лайк. Ютуб меня не простит. Па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Ставь лайк и подпишись. Пам-пам-пам. Меня держат в заложниках. Пам-пам. Помогите мне, па-пам. Пам. Пам, YouTube меня держит. Пам, пам.